Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 25 апреля, и в этот день вышел Outlast 2. Я очень ждал эту игру с первой части. Так вот, и с нетерпением хочу уже ее начать и показать вам, и вообще, стоит ее покупать, и как она вообще будет. Короче, погнали! Новая игра, ребят. Давайте. Так. Здесь можно выбрать сложность. Нормальная, высокая, кошмарная, псих. Ну давайте сделаем высокую, я думаю, на первое время. Игра Outlast 2 содержит сцены тяжкого насилия. Изображение крови, графический сексуальный коннект и ругательство. Наслаждайтесь. Нормально вообще, да? Сцены тяжкого насилия, изображение крови, там сексуальный коннект, ругательство. Наслаждайтесь, ребята. Все у нас в порядке, то бишь, да? Я сделал себе кофеек, потому что... Без кофейка здесь ничего не делать. Так, Лин Керман занимается журналистским расследованием убийства беременной женщины, произошедшего при невероятных обстоятельствах в одной из деревень Аризоны. Вы Блейк Лангерман, ее муж, помощник и оператор. Знаете все, что видите. Ни один из вас не умеет драться, чтобы справиться с ужасами, ожидающими вас в пустыне. Единственный вариант – бежать, прятаться или умереть. Продолжим. Итак, и когда будешь призван к ответу Господу, защищай его рай, пролив кровь из сердца паука. Что-то там, не успел прочитать. Please, Blake. Пожалуйста, Блейк! Где ты? I'm scared. Мне страшно. Ребят, мне тоже страшно сейчас. Будет, наверное, очень. He's coming. Он идет! Пожалуйста, Блейк, он здесь, пожалуйста, Блейк! Встаньте, быстро! Тебе слово поставить. Мне нужно было вызвать съемку в той больнице. Ты произносил имя какой-то другой женщины. Что? Когда ты спал? Кажется, Джессика. Ты знаешь какую-то Джессику? Нет, то есть... Мне снилась Джессика Грей. Ах да, я не вспоминал о ней уже очень давно. Мы пересекаем границу. Ты сказал, что нужно поискать что-то вроде завода? Ага. Можем попробовать, но тут ничего нет. Вообще ничего нет. Меркурий в крови той женщины. Она должна была провести еще 10 лет рядом с заводом. Ну, как скажешь. Ты мне за это заплатишь. Нам нужно записать вступление, когда мы будем на месте. Конечно. Так, камера. Ну, камера это у нашего уже стандарт. Не могу... Звук будет ужасным, нам придется... Черт! Извините, ребята, левая панель плоховато реагирует, но все в порядке. Это было круто. Так, мы можем прикрыть камеры. У нас появилась камера. Камера — это уже стандарт этой игры, я так понимаю. 1920, между прочим, на 1080. Даже у меня такого нету. Так, запись пошла. Запись хорошо идет, я Лин Линкольн. Мы пролетаем над Риддингейтом. Ищем информацию о происхождении. Не думаю, что такое говорит, жертва убийства. Мы не знаем, как она наверняка. Лучше сказать, что у нас сама смерть. Ну, так написано. Мы можем установить интервью с доктором. Пойдет на первое письмо. Думаю, нам уже стоит упомянуть о плоде, то есть о том, как он... Пока что, ребят, ничего не понятно. Мы летим с женой летим. Делаем какой-то репортаж. Ну, давайте смотреть. Так, у нас какой-то свет. Мы потеряли двигатель, блин! Боже мой! Держи её! Держи! Не отпускай! Ладно. Outlast 2. Прикольненько сделали такой. Тоже здесь горящий перевернутый крест. Так, мы походу в школе, которая была у нас в демо-версии. Так, распятый Иисус Христос. Так. Тишина. Так, давайте вспомним управление. Мы... Так. Итак, ребят, давайте вспомним управление. Так, тут у нас тишина, да? Тишина. Смотрим дальше. Так,
На F вроде камеру брать, нет? Нет, нет, нет. А как камеру взять мне? Ничего не понятно. Тут у нас тишина, так, ладно, давай. Смотреть. Тут у нас есть. Блять. Да, это как в демо-версии у нас. Идешь, идешь, и хоба, шкафчик такой. Открылся, да? Так, ну давайте смотреть. Так, это школьные. Школьные друзья, так. Понимаю. Здесь пока что тоже нельзя у нас. Ничего делать нельзя. Ладно, давайте идем дальше. Смотрим, все смотрим. Обязательно. Иисус Христос. Блять. Кто там ходит? Так. Может что-нибудь сделать, нет? Бля, ребята, кто-то ходит. Ладно, давай пойдем за ним. Время у нас 10 минут седьмого. Седьмого. То есть нормально такое время, в школе ходят люди, все нормально. С графикой они, конечно, поработали. Графика стала лучше намного, да. За 3-4 года стала графика лучше, это хорошо. Так, смотрим, давай. Блять, я уже как-то на улице. Идет ничего пока что. Мне непонятно. А, ну мне это походу с тема. Персии, поэтому мы тут блуждаться не будем, я думаю. Так, коснитесь несколько раз. Давай. Камера наша. HD. Играю я. А, в темку я уже играл. Так, задачу всегда можно увидеть, нажать там. Ага, задачи, вон как. Нифига. Отображение в хронологическом порядке. Давайте посмотрим. Играть, клавиш пробел. Так, клавиш пробел, пауза, далее. Е. Хорошо. Хорошо, эскейп, выходим. Так, вот это было жестко. Это было очень эпично, ребята. У нас кладбище. Куда мне идти, интересно? А, здесь обрыв. Вот почему. А камеру доставать как? А куда мне идти-то, ребят? Что-то я не пойму ничего пока что. Давай сюда. Давай сюда. А, вот. Да, вот это, да? Ага, спрыгнули. Давай. Так, давай спрыгнули. Хорошо. Блин, я не помню, как нам в камеру так это ложиться. Это присесть. Хорошо. Так, чтобы перепрыгнуть провал, нажмите Space. Двигайся вперед. Опа! Перепрыгнули. Опа! Чтобы забраться на выступ, двигайтесь в его направлении. Ага. До помещения корзины двигайтесь вбок, влево, вправо. Чтобы спуститься с выступа, нажмите стрелку влево. Ага, понял. Давай. Так, это наш разбитый, я так понимаю, вертолет. Так, важные события должны быть сняты на видео. Нажмите правую кнопку мыши, чтобы навести камеру. Запись начнется автоматически, о чем след свидетельствует мигающий красный индикатор REC. Когда мигает символ REC, это значит, что вы правильно навели камеру на снимающие события. Введите камеру на события, дождитесь, пока красный кружок не заполнится, чтобы успешно снять момент. Продолжим. Ага, то бишь... Как, если что-то интересное, ты должен это записать. Хорошо, видео снято. Просматривайте это видео, чтобы как больше записывать. Понятно. У нас, в принципе, все понятно. О, щит! Вот дерьмо! Jesus. Господи, это... Блять, мы разбились. Тел нет.
здесь нет. Короче, я так понимаю. То есть я муж, она жена, она журналистка, а я ее помощник, да? И мы летели на какую-то пресс-конференцию. Мы летели на какую-то пресс-конференцию и попали в вот такое вот дерьмо, да? Ну, блядь, неудивительно это. Так, камера. Так, батарейка у нас почти полная. Это хорошо. Батарейки в этой игре, я помню еще по первой части, это полная зас... Fuck me! Чё это? Fuck! Чё это? Чё он увидел? That... Бля... Not happened in the crash! Что-то случилось при крушении. Твою мать! Lin. А записывает он автоматически, ребят. У меня, по крайней мере. Давайте это снимем. Поближе. Бля... Они вот тупо поджарили, понимаете? Они его поджарили. Yeah. Так, включаем подсветку. Мы идем по каким-то скалам. Непонятным. Yeah. Еще пока. Так, обернуться можно, удерживая стрелка. Alt. Ага. Хорошо. Идем дальше. Мы идем дальше. Тем временем мне пока что еще ничего не понятно. Понятно то, что жена моя журналистка, мы летели на какую-то конференцию, чтобы что-то узнать, и в итоге попали в катастрофу. Опа, с горочки, как в детстве, блядь. Так, что-то мы снимаем. Ага. Ура, слава богу, я думал о многих километрах отсюда. Сняли. Хорошо. Так, камеру можно убрать пока. Кактусы. Они нам не нужны, текилу пить мы не будем. А я потому, что у нас тут полное дерьмо. Чтоб перескочить, тогда нажмите спейс. Это понятно. Это уже стандарт игр. Ага. Так. Постучать. Эй, я заблудился и ранен. I'm lost. That hurt. Открыть мы ее не можем. Идем дальше. Нет проблем. Так, давайте посмотрим. Блять, кактус колется, оказывается, слышите? Ты не поверишь, но кактус, блять, тут колется и наносит урон. Поэтому лучше кактусом не приближаться. Давайте лучше камеру посмотрим. Что-то мне уже стрёмно как-то. Is anybody there? Есть кто-нибудь? Пожалуйста. Please. Открыть. Закрывай. В таких играх лучше закрывать все и вся. Если мы выключим подсветку, у нас вообще ничего не будет видно. Блять, отрубленные головы, куклы. Открыть. Так, у нас заканчивается батарейка. Я не знаю, что делать, hey. Но... Бля... Hey, man. Да, это, короче, из демо-версии. Моя дорога. Oh, shit. Дорогая, милая Элли, я не могу... вынести того, что мы сделали, не могу быть вдалеке от наших малышей. Поэтому я решил покончить жизнь. И надеюсь, ты просишь меня за то, что оставлю тебя один. Пока же я надеюсь, что в руках папы нет. Ну, понятно. Это чувак написал своей жене письмо, то, что он, блядь, покончил жизнь самоубийством. Батарейка. Батарейка нам нужна. Обязательно. Так. А как ее перезарядить? R вроде, да? Перезаряжаем батарейку. Идем дальше. Опять Иисус. Блин, походу у них тут какая-то церковь, наверное, да? Ну, судя по демо-версии, когда мы играли, там была церковь. Блять, братиш, ты чё? Вся плоть, трава на... Скоту, жертва. Братиш, не уходи. Куда ты, братиш? Так, давай. Дом. Можно открыть его? Нет, открыть его нельзя. Так, чтобы заглянуть, удерживайте Е. Ладно, понял. Так, давайте тут откроем. Какой-то из них от как домик тогда раскрывался, я помню.
Да? У нас тут есть лопата. А почему нельзя взять лопату? Бля, кишки. И тупо их всех перепиздить, короче. Да? Почему так сделать нельзя? Так, что у нас здесь? Трупак. Кто там? О, здорово, толстый. Так, закрываем. Блин, кого-то режут там уже. А, прятаться, блин. Понял. Выходим. Так, поднимаем. Дорогой отец, наш возлюбленный продолжает называть мои видения. Я уверена больше, чем когда могло, что наш враг с каждым днем все ближе. Я отмывала полы в комнате. Итак, дорогие друзья, после короткой паузы мы продолжаем. Так, здесь вроде бы светло. Так, у нас есть бинты. Бинты. Вроде бы в первой части этого не было у нас, да? Ну ладно, бинты — это хорошо. Идем дальше. Вот здесь, я помню, в каком-то домике, блядь, вылетела ворона. Я так, сука, испугался, что аж охренеть можно было. А, вот здесь уже, да? Сука, я опять попался на эту уловку. Ладно, хрен из два. Вы меня испугаете. Теперь я все, блядь, предвижу. Так, нам нужна батарейка. Здесь очень быстро сажаются батарейки. Очень быстро. Открыть. Так. Тут есть батарейки? Так, это... Открыть можно? Нет, нельзя. Здесь очень быстро сажаются батарейки, потому что поэтому надо делать все быстро, походу. Блядь, она уже моргает. Можно? А у меня есть батарейка. А как посмотреть, есть она у меня или нету? Ладно, мы потом узнаем. Ctrl, давай. Нет, кто там? Ладно, это да, тоже было в демо-версии, друзья. Ну ничего страшного. Я играю в нее как в первый раз. Кресты везде. Кладбище здесь какое-то. По-любому. Какое-то кладбище. Так. Сатана что-то там бог. Сатана? Что-то я сам не понял, что это такое. Подвал. Здесь какое-то будет дерьмо, я точно не помню, но какое-то дерьмо здесь будет. Ребят. Здесь у нас... Записочка. Песня повитухи. Дитя идет, готовьте нож к созданию ночи. И матерь за грехи свои несет врага внутри. Слася Боже, бурю шли, нам не ведом страх. Враг родится, чтобы сгинуть в храмовых вратах. Живот растет, растет дитя, посланец темных сил. И у врат мы молимся, и свой готовим нож Иезекииль. Блин, ну это что-то уже маньяки какие-то, ё-моё. Блядь, это дерьмо. Я представляю, как ему тут херово. И нашему персонажу. В чём дело? Детки. Fuck you. Валим отсюда. Не надо на это смотреть. Так, темнота. Батарейки надо экономить. Это по-любому. Так, лошадка. У меня в детстве такая же была. Почти такая же. Мы на ней кач-кач устраивали. И нормально. Так, ага. Качельки. Можно покататься на качельках. Но мы этого делать не станем. Потому что нам на... Так, давай поползем. Идет сохранение. На самом деле игра такая. Физику здесь улучшили, я посмотрел. А, графика тоже хорошая стала. Лучше, чем в первой части. И вообще, в компании это делать игры... Блядь. Умеет. Так как у них... Так, кривым ножом или гневом сковал цепями каждого человека. Блять, что делать-то? Что
еще делать? Где разговаривать? Крещение лиц. Просыпатель грудных семян. Давайте посмотрим. Братиш. Ты чё меня? Ты будешь меня бить? Мать твою! Блядь, она меня проткнула. Твою мать, ну крест? Твою мать, вот это я испугался. А куда мне уходить? Честно говоря, я не понял. Так, давайте смотреть тогда. Давайте искать выход. Наверное. Ёбаное дерьмо. А убегать, наверное, надо от него, да? От нее полностью. О, батарейка. Давайте возьмем. Так, давай. Аккуратненько. А где она? Что-то шепчет там себе под нос, блин. Бабочка совсем с катушек съехала, блин. Совсем уже больная стала, старая. Здесь что у нас? Ага, здесь у нас... Какая-то хрень. Туалет, что ли? Твою мать, там понять, наверное, дело. А что я... Блядь, а, нам через нее по-любому надо будет идти, да? Я не понимаю, что это надо делать. Она не... Что? Она не... Короче, дорогие друзья, короче, ее как-то обманул, она пошла в мою сторону, а я успел от нее уйти вот так вот. И думаю, сейчас мы уйдем уже дальше с вами. Казалось, просто надо было подождать. Да, как-то вот так. Откроем. Не открывается. Не открывается. А вот это будет открываться? Так, открывается, давай. Так, что это? Поднять бинт, давай. А что тут есть еще? О, батарейка, найс. Батарейка, это хорошо. Здесь тут нет никого. Надеюсь, здесь никого нет. Не закрывай, блин. Фак. Так, итак, дорогие друзья. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, на мой. Будем дальше делать, идти, проходить Outlast 2. Это была первая серия, поэтому всем удачи. Всем пока, ждите вторую серию. Я буду ждать вместе с вами. Пока-пока.